Планетарий, научные лаборатории, помещения, оснащенные самым современным оборудованием. Именно такой план развития астрономических обсерваторий был предложен для развития астропарка еще в 2012 году. Астропарк предполагался как проект интерактивного учебно-познавательного комплекса для просвещения школьников и студентов в области астрономии. Сейчас в самом разгаре находится продвижение номинации «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета» в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На этом этапе вопрос об инфраструктуре астрономических обсерваторий Казанского университета как никогда актуален. Мы говорим о международном кампусе для тех студентов, которые могут приезжать к нам на практику, где студенты могут одновременно изучать и современную науку, и видеть ее историю. В дополнение к уже построенным на территории загородной обсерватории, планетарии и научно-просветительского комплекса «Астропарк» необходимо также обустроить зону здоровья и отдыха. Речь идет о строительстве спортивных площадок, веревочного парка, лыжной трассы, пунктов проката спортивного инвентаря, общежития и модульных гостевых домов. Уникальным проектом можно назвать планетарий, построенный в 2013 году. Идеологом и организатором постройки являлся ректор университета Ильшат Гафуров. Именно строительство планетария можно считать отправной точкой обустройства астропарка. К 120-летию создания обсерватории имени Энгельгарта были возведены также по инициативе Ильшата Гафурова специальные аудитории в качестве коворкинг-центров и достаточно комфортные гостиницы для студентов и преподавателей. Это второй пример в мире, когда планетарий принадлежит университету. Один пример есть провинциальный университет в Бразилии. У них есть небольшой собственный планетарий. И планетарий Казанского университета. Это есть единственный планетарий точно в Российской Федерации, который принадлежит университету. В многофункциональном выставочном павильоне «Астропарк» на постоянной основе будут работать лектории, пленарные сессионные заседания, научные конференции и различные выставки. Выполнение задач касательно «Астропарка» является одной из задач подготовки астрономических обсерваторий КФУ для внесения объекта в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Наряду с этим на территории обсерватории проводится инвентаризация и описание оборудования, благоустройство среды, установление мер по улучшению санитарно-гигиенического и биологического состояния насаждений, а также обследование водоема. Уже в июне этого года пройдет юбилейная сессия Международного комитета по делам культурного наследия ЮНЕСКО в городе Казани. А осенью астрономические обсерватории Казанского университета посетят техническая комиссия и консультативная комиссия для оценки национального достояния. Роберт Хасанов, Универньюз. We'll be right back.